Поэтому встречу с этим замечательным человеком здесь ждут с особым трепетом. Каждый визит его для университета – настоящий праздник, а мероприятие с его участием – важное событие, делающее историю Казнал более насыщенной и интересной. А таких мероприятий было немало. Цикл литературно-театрализованных представлений под общим названием «Под знаком Олжаса». Ребята, судите по мне о казахах. Айналайн, земля моя, нет востока и запада нет. Мы люди одной вселенной. Поэтическая композиция «Ты честен, ты сердцем чист». Республиканский молодежный форум «Модель воспитания молодежи» на примере личности Олжаса Сулейменова. И, конечно же, ежегодные турниры по волейболу среди ветеранов на приз имени Олжаса Сулейменова. Вот уже 10 лет, как при университете, успешно ведет свою деятельность Институт социально-гуманитарного образования и воспитания имени Олжаса Сулейменова, создающий основу идеологического и духовного воспитания студентов. Институт социально-гуманитарного образования и воспитания «Казнал» — это уникальное заведение, которое является примером для всех университетов нашей страны, потому что мы должны воспитывать молодежь, чтобы они росли не только специалистами, агрономами, зоотехниками, но они должны быть прежде всего душевными людьми, гуманитарно образованными, то есть людьми высокой благородной мечты, чистой души и чистого сознания, сказал Олжас Сулейменов. Волейбольная команда Олжаса Умарова. Проведение турнира по волейболу стало хорошей традицией Казахского национального аграрного университета. Увлечение Олжаса Сулейменова этим видом спорта широко известно среди его поклонников. Поэт лично подает подрастающему поколению пример здорового образа жизни. Именно по его инициативе в университете была организована команда ветеранов, которая успешно соперничает с командами других организаций. Несмотря на свой возраст, Олжас Умарович не только продолжает заниматься любимым видом спорта, но и исправно принимает участие в традиционном турнире, демонстрируя свое волейбольное мастерство. 15-17 мая 2015 года в спортивном комплексе Казахского национального аграрного университета состоялся 9-й традиционный международный турнир по волейболу среди сборных команд ветеранов на приз Олжаса Сулейменова. Турнир собрал на волейбольной площадке 9 команд, в составе которых были видные государственные и общественные деятели. Чемпионом турнира стала команда «Казнал», которую возглавляет сам Олжас Умарович. Студенты увидели мастерскую игру Олжаса Умаровича. Это большой пример для подражания. Весь жизненный путь Олжаса – это служение своей стране, своему народу и дружбе, сближению народов. Такие встречи, открывающие яркий и неповторимый поэтический мир Олжаса Сулейменова, несомненно оставляют неизгладимый след в душе молодых читателей, вдохновляя их на творчество и гражданскую активность. Они способствуют формированию интеллектуальной, высококультурной и полиязычной личности, или, по выражению поэта, человека мыслящего. Спасибо.